Сегодня штутгартцы продемонстрировали концепт S-класс купе. По своей сути модель является некоторым симбиозом между CL-классом, который уже канул в лету и больше выпускаться не будет, и недавно выпущенным S-класс. В своем облике модель синтезирует черты как S, так и CL-класса. Спереди отчетливо видны агрессивные линии CL-купе, однако внутри и сзади модель напоминает новый S-класс. Под капотом расположился V-образная восьмерка мощностью 449 лошадиных сил, объемом 4,6 литра. На данный момент модель носит статус концепта, однако, судя по ее законченному лаконичному дизайну, вполне возможно, что вскоре трехлучевая звезда выпустит и серийную версию своего нового концепта-купе.